2016 года, город Крым, степной Крым, город Белогорск, парк львов, тигров и животных, более 2000, тайга. Обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу. Над этим парком уникально в Европе, в мире нависла угроза закрытия. Парк, как вы выражаетесь, кошмарят судами, ветеринарными проверками. Посмотрите, как это воспринимается жизнью. Здесь все благодарны вам. Задача, по-моему, ваша прежде всего, не допустить того, что действия местных властей вызваны, может быть, какими-то недопониманиями, какими-то мелкими разборками, сказывались на авторитете Российской Федерации в Крыму. Но разве мы все можем допустить, что то великое событие 2014 года, в котором мы сыграли основную роль, привело к разочарованию вот этих вот мужественных людей, которые просят вас об одном – вмешаться, прекратить этот беспредел, сохранить жемчужину Крыма, парк Тайган, который только в прошлом году посетило более 300 тысяч человек. Давайте не дадим поводу ни украинской, ни западной пропаганде упрекать здесь людей в том, что они недовольны Россией. Здесь все за Россию, здесь никто свой выбор не отрицает. Пожалуйста, помогите мне видеть искусство, созданное местной пропагандой, очаг недовольства. Народ Крыма с Россией был, есть и будет. Смотрите, сколько их. Спасибо.